Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Подросли, большими стали. А его-то вы узнали? Я ж подарки вам принес. Кто пред вами? Я Дед Мороз. Ого, я угадал. Ты че, наша Сахалина? Сколько ты уже болеешь за команду? Где-то 3 года. 3 года. 4, то есть 4. 5. Мы с Дедушкой Морозом приготовили подарки. Но за подарки нужно будет выполнить пару наших желаний. Давайте. Ответить на вопросы. Что категорически нельзя делать Рубину перед матчем? Не драться. Нельзя и ломать друг друга. В нашей команде категорически нельзя настраиваться как, ну, на страх, потому что они проиграют. Нужно быть уверенным, соответственно, и верить в себя и в своих болельщиков. Существует традиция перед игрой погладить белого кота, носки, дракончика, и нет такой традиции. Естественно, дракончик у нас в Рубе есть. Клубный наш дракончик, его надо гладить, наша команда выиграет. Дракончики. У них нет традиции, они в любом случае выиграют. А, это банально. Продолжите. За честь Казани бейся до конца. Пусть нелегка твоя дорога к славе. К славе, к нашим сердцам. Рубин у нас остается в наших сердцах и будет всегда на вершине. Нет, не помню. Не знаю. С тобой, Рубин, будем до конца. Тебе верны болельщиков сердца. А, ну да, я просто это не знаю, не учил. Кто был тренером Рубина в 75-м году? Курбан Бердыев, он всегда был тренером Рубина. Ни Бердыев, ни Хави Грасси, ни Чала, ни Белединов. Сейчас, подождите. Посмотреть можно? Держись. Вот он. Хороший человек и тренер, я не могу сказать конкретно, а кто. Вот. Нет, нет, вот он. Это вот дяденька. Ну это он, это точно. Это он. Кто был тренером Рубина в 75-м году? А, ну это легко, это Борис Батанов. Ты самый первый человек, который ответит на этот вопрос. Да. Так, как поступит футбольный судья, если мяч после выбрасывания игроком аута, никого не коснувшись, влетит в собственные ворота? Перебрасывает другая команда. Да. Не-не-не-не, стоп, наверное, стоп, подождите, гол с аута, во-первых, не считается. Потому что не было касания, тем более, когда залетел в свои ворота, переброс. Переброс мяча. Правильный ответ. А, автогол. А, от ворот. Я думаю, он не засчитает его. Не засчитается его. А, если игрок, он коснулся земли или не коснулся? Засчитает. Нет. Засчитает гол в сторону соперника. За счет Рубина, соответственно, нас, ну, то есть, наоборот, засчитает за Рубин. Надеюсь. Погодь, всегда же. Угловой. Сколько лет исполнится Рубину 20 апреля? Вы знаете, недавно был юбилей, насколько я помню, где-то порядка 50 какого-то года он, то есть 70, ну я не помню, извините, пожалуйста. Примерную дату хотя бы скажите, вот юбилей. Ну я думаю, что где-то 70, а? Я знаю, 10. 61. Так, 1958 год, соответственно, сейчас будем с математикой плохо, так, 2, 40. Молодец какой. Значит, 2.40, еще здесь 10. 60? Стоп, да, 60. Ну, ребята, вы сказали 60, но... 60. Да, это правильный ответ. Главного тренера знаете? Не знаю. Захар Бердыевич. Да. А сколько лет ему? 65. Кому же все-таки удастся прервать неудачную серию? Кому сейчас? На самом деле я не видел сегодняшний состав, но я думаю, то, что это будет либо Морис Бауэр, либо, наконец-то, Азмун подарит нам такой новогодний подарок. Возможно, также Максим Канунников. Ты знаешь какой-нибудь новогодний стишок? Нет. Нет, совсем не знаешь? Нет, мы еще не учили. Родилась елочка в лесу, она росла зимой, летом стройная.
Зеленая была. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Я тоже могу, я следующий, я следующий. Пусть 2018 будет очень ярким в плане футбола и в плане побед. Новый год – это время чудес и подарков. И мы, Рубин ТВ, тоже очень любим дарить подарки. Внимание, мы устраиваем конкурс на самые креативные поздравления для команды Рубин. Условия конкурса – нужно написать в комментариях как раз-таки это поздравление и быть подписанным на этот канал, на канал Рубин ТВ. Все, ставьте лайки, пишите внизу комментарии. Пока-пока!